конфу с функцией печати, сканирования и копирования документов А4. В этом обзоре у нас лазерное многофункциональное устройство Brazzer, модель DCP-1612WR. В комплекте с принтером тонер-картридж, фотобарабан, шнур питания, драйвер для Windows, руководство по быстрой установке и гарантийный талон на 1 год. По габаритам устройство не превышает 38 см в ширину, 25 см в высоту и 34 см в длину, а весит 7 кг. В нижней части корпуса находится лоток для загрузки бумаги, рассчитанный на 150 листов. В середине выходной лоток на 50 листов. Под верхней крышкой располагается сканер, а с тыльной стороны выведен разъем для кабеля питания. Панель управления находится на вынесенном крыле. Она оснащена дисплеем и кнопками. Управление интуитивно понятное. Разобраться в нем не составит сложности. Принтер печатает на бумаге разной плотности формата А4. Скорость печати 20 страниц в минуту. Печатать можно напрямую с USB-устройств или с ноутбука через Wi-Fi соединение. Кроме этого, в МФУ есть сканер, позволяющий создавать цифровые копии документов формата А4. Сканер работает в двух разрешениях – 600 на 1200 и 19200 на 19200. 19200 точек на дюйм. Есть и копир. За минуту можно сделать 20 копий. Итого, этот МФУ от фирмы Brazzer – отличный вариант для домашнего использования или для малого офиса. У него средняя скорость печати. Есть функции копирования и сканирования с улучшенным разрешением. Еще из преимуществ – можно быстро отправить документ на печать с мобильного устройства или ноутбука.